Доброе утро. Меня зовут Константин Бажин. Я проректор Вятского государственного университета. И сегодня мы открываем точку кипения. Мы находимся перед нашим корпусом инженериум. Именно здесь сегодня она и откроется. Ну что ж, пойдем. Точка кипения нашего университета располагается в инженериуме. И здесь это наше новое звучание привычного формата. Формата для всех тех, кто желает думать, мыслить, проектировать новое. Есть одна мечта, наверное, у нас у всех, чтобы когда где-то далеко, близко, в нашей стране, за рубежом, люди узнавали, что мы вятские, приехали с Кировской земли, говорили, это там, где самая лучшая в стране, ну, в данном случае, точка кипения, где самая лучшая медицина, где самая лучшая наука, где самые лучшие студенты. Вот я надеюсь, что появление подобных площадок будет осуществлению этой мечты способствовать. Точка кипения Вятского госуниверситета, о чем она? Это прежде всего рынки национально-технологической инициативы. Это Аэронет, это Технет, это Энерджинет. Это те направления, которые сегодня разрабатываются в нашем университете. И здесь, в этом пространстве, мы будем дальше над ними креативить. Это сквозные технологии, и сегодня мы увидим один из стартовых разговоров на эту тему, технологии VR и IR. Ценным в каждой точке кипения для нас это ее особенное лицо. Когда мы планировали точку кипения Вятского госуниверситета, мы задались вопросом, а чьими именами, с именами каких людей она будет связана. Если сейчас посмотреть на названия кабинетов, Рудницкий, Лобовиков, Анфилатов, это все те люди, которые в своей жизни прославляли Вятскую землю и оставили заметный след в истории страны. Точка кипения ВятГУ – это вопрос качества обучения, практикоориентированного обучения. Это вопрос того, насколько выпускники вуза способны вместе с получением диплома непосредственно работать по своей специальности на предприятиях, в организациях. И сегодня мы стартуем эту работу семинаром по проектно-образовательным интенсивам. Точка кипения ВятГУ – это общее пространство для нас, для наших студентов, для наших школьников, для выпускников университета, пространство, в котором мы будем творить каждое из мероприятий, которое станет настоящим событием с конкретным результатом.